Ребят, ровно год назад я познакомилась с проектом Greenway. Сегодня я езжу на Мерседесе. Мой чек больше 1 000 000 рублей в месяц. И это все случилось со мной ровно за год. Приглашаю в удивительный мир вообще уникальных возможностей. Огромный мир эко-товаров. Это есть только в Greenway. Рядом со мной стоит человек, который похудел феноменально на килограмм. И очень простой вопрос. Как похудела? Здравствуйте, я похудела в компании Greenway на 73 килограмма, потому что у нас есть замечательный продукт, и называется он «Деньги». В общем, всем, кому нужно осуществить мечты, трансформироваться, как я, все, пожалуйста, добро пожаловать в Greenway, потому что у нас есть продукт под названием «Деньги», и с ними мечты сбывают. Поняли, да? Все очень просто. Друзья, будьте с нами в Greenway и живите, как мечтаете. Мечтайте, не останавливайтесь. От нас компания уже просит просто, чтобы мы мечтали, потому что им нужно осуществлять наши мечты и придумывать все возможности для того, чтобы они осуществились. В нужном месте, в нужное время. И даже такие люди, как я мама 5 детей, пришла в компанию с долгом 1 000 000 долларов и заработала здесь официально 1 000 000 долларов чистым, честным путем. И моя жизнь поменялась на до и после. Это у нас было GM3 Greenway, друзья. Вот такие классные бриллиантовыми камнями будете получать такие звания. Добро пожаловать в Greenway. И вот так Greenway просто начал рождать со мной новую личность. Ребят, это я в 16 году. Я искала выход. Я раздавала листовки. Сегодня я раздаю автографы. Я боюсь поворачиваться, знаете, посмотреть опять на эту картинку. Не надо. Хорошо. Я стояла на рынке, никого не трогала, торговала елками. И ко мне пришел Greenway. Конец 2017 года. И через 2 месяца я, как многие из вас, открыла квалификацию «Лидер». И поехала на первое событие, на день рождения компании. Первая годовщина. Нас сидело в зале, ну, конечно, не столько. Наверное, вот этот, если взять отсек, 450 человек всего. Я сидела, как многие из вас, на последнем ряду и смотрела, как выходят мастера, получают такие таблички с автобонусом. Я думала, боже мой, как это прикольно, как классно. Я бы тоже хотела пройти, но кто за мной пойдет? Кто за мной пойдет? Я вот не буду поворачиваться. Я вот, ну, выгляжу совершенно не по-бизнесово, правильно? Кто сегодня так себя чувствует, ребят? Кто боится, что за вами пойдут люди? Посмотрите, кто пошел за этой теткой. Более 50 тысяч человек в 37 странах. Не бойтесь. Это меня вице-президент Инна Забродина поздравляет с лидером закрытым и дарит мне значок. Помните первый слайд? Greenway рождает новую личность. Ребят, вы не останетесь здесь прежним, я вам обещаю это. Я хочу, чтобы просто собственным примером и вот этой стремлению достигать и менять свою жизнь вы шли не останавливаясь. Вы знаете, так круто, что в сетевом бизнесе есть наставники. В традиционном бизнесе этого не было. Нам просто выдали всем вот такие бумажки ИП, и к ним не было чем торговать, какой продукт, как его продвигать. Не было наставника, не было ничего. Но там мы сразу стали должны, да, это страховые взносы, обслуживание банков, аренды, то есть кредиты. И, в общем, я первые деньги, я вам хочу сказать, я увидела только в сетевом маркетинге. Я 16 лет прозанималась традиционным бизнесом и думала, что я предприниматель. У меня было 10 магазинов, 2 оптовых базы. Но я постоянно почему-то работала сама у себя продавцом. У меня не было выходных, ни одного выходного платья. Боже мой, никаких нарядов, ничего не было в традиционном бизнесе. И в сетевом бизнесе я стала зарабатывать 1 000 000 рублей ровно через год. Мой чек был 1 000 000 рублей в Greenway. И мне тогда скажи, Юль, тогда на рынке, когда я торговала елками, скажи мне, Юль, вот ты сейчас придешь в Greenway, через год твой чек 1 000 000, ровно через год ты получишь первый автобонус, через 9 месяцев еще второй автобонус.
Юля, которая до смерти боялась летать на самолетах просто за последние полтора месяца. У меня 19 перелетов, чтобы вы понимали. И вы знаете, я вот недавно поняла, что я посчитала, как изменилась моя жизнь за последних 5 месяцев. Я вам сейчас назову. Ну, знаменательное событие, я вышла замуж. А еще я была 2 раза в Красноярске, я была в Тбилиси, я была в Сочи, я была 6 раз в Минске, я была в Дубае, я была на Мальдивах, я была в Новосибирске. Это просто я рассказываю последние 5 месяцев моей жизни. Вопрос, что вообще со мной было не так все 40 лет, когда у меня вообще ничего не было этого в жизни. Сегодня я объездила всю Россию. У меня, честно вам признаюсь, у меня по географии 3. Но сегодня я бы ее пересдала, у меня бы точно было 5. Я узнала географию только в Greenway, потому что я объездила все города в России. Продолжение. Первый день рождения компании. Ребят, вы узнаете вообще этих людей? Повернусь. Это Ирина Журавлева, Елена Колегова, и это я. Первый день рождения компании. Прошло 5 лет. Мы все в Грандмастер-клубе, мы все миллионеры. Презентация немножко запоздалая, уже там 80 миллионов за последний месяц. Вот так у нас устаревают данные. Я, знаете, хочу вам сказать, сегодня говорили много про мечты, я не знаю, как это работает. Ребят, мы реально не знаем. Я не верю, что есть человек, который знает, как работают мечты. Но в моей жизни работает это примерно так. В прошлом году на день рождения компании нас оставляют на Грандмастерском. Я сижу и понимаю, что я тут делаю вообще, Юля, ты вообще, как ты себе казалось, какие-то французы, чехи, на каких-то языках разговаривают, куча переводчиков. Думаю, господи, я такой маленький человек, что я здесь, как попала-то вообще сюда? И они рассказывают про открытие американского рынка. Я думаю, господи, где я, где Америка, какой-то рынок. Через 2 месяца ко мне подтягивается партнер с Америки, у меня открывается американский рынок. Я не знаю, как это работает. В июле месяце я просто смотрю фильм, у меня муж, ну, оккультуривает, короче, меня. Он. Ну, у него кемпринджи, там все дела. И, в общем, мы смотрим известных художников, это был Сальвадор Дали, я вникаю в эту штуку всю. Потом следом нам рекомендация в фильм «Фрида» про известную мексиканскую художницу. Я погружаюсь просто в эти улицы, в эту Мексику, в эту Фриду. Смотрю следом сериал «Троцкий», он любовник этой Фриды. Господи, опять все что-то крутится. И через 2 недели просто мне приходит предложение от компании: «Юля, улетайте в Мексику». И через 5 дней я уже на 3 месяца еду в Мексику. Ребят, я реально говорю, нету формулы, но есть ваше огромное желание развиваться. Не стойте на месте, нет преград, потому что у Гримвея есть для вас все. И если в вашей жизни кто-нибудь, когда-нибудь вы кому-то позавидуете, но к вам приходил Гримвей, ребят, вы реально будете грешить, потому что Гримвей – это та возможность, которую, если ты не взял, ну, просто ты будешь грешить, короче. Если ты ничего не смог сделать со своей жизнью, но у тебя была возможность воспользоваться Гримвей. И своей жизнью я каждый день, каждый час и много-много лет буду доказывать всем людям, что в Гримвее есть деньги, Гримвей меняет нашу жизнь, и Гримвей рождает новую личность. Ребят, люблю вас. Спасибо, команда. Здесь мои гранд-мастера, мои мастера. Господи, спасибо вам огромное, что я продолжаю из года в год стоять на этой сцене. Только благодаря вам, моя любимая команда. И, конечно... GM3 Москва! Ваши аплодисменты! Спасибо большое, что делитесь своими историями.